Всем привет, с вами Лев, и это Закулисье в Майнкрафте. Это просто будет, я думаю, разрыв, потому что вы просто посмотрите, как все выглядит. Такое ощущение, то, что это не Майнкрафт, это реально вот как из того ролика. Это просто вот, просто какое-то неизвестное место. Непонятно, что это и так далее. Ну ладно, давайте будем начинать. Что происходит? Охренеть. Охренеть. Прям как будто как в жизни это все происходит. Что? Какая-то кассета была вообще-то. 1996 год. Твою мать. Я здесь. Backrooms. Это просто как будто фильм. Это просто охрененно. Хоррор мап. Все. Охренеть. Я все, я, ребят, все. Это просто жесть. Я здесь. Все как Hello? Там. Твою мать. Ты еще разговариваешь, Hello? Что ли? Ладно. Hey guys. Разговаривай. Где я нахожусь, блин? Он, блин, еще разговаривает. Я буду его голоса бояться. Короче, будет все происходить то же самое, как там, как из того видео, но управляю я. То есть я хожу, я все делаю, я бегаю. Спасибо на этом. Твою мать! Я этот момент помню! У меня аж мурашки уже все по коже. Я его видел. Тихо, где я? Можно я просто на месте буду стоять? А, не, здесь нельзя ходить. Значит, мы идем туда. Вашу мать. Короче, все как в том видео. Капец, какая страшная карта. Это в Майнкрафте, это просто жесть. Вот, видите, здесь барьер, я не могу пройти. Господи. Я думаю, орать я буду здесь знатно просто. Так, я уже начинаю запинаться. Ну, пройти нигде не могу. Может быть, я где-то... Через стену могу пройти? Я, честно, даже не помню. Ага. Я вижу вот это дело. Твою мать! Дощечка упала. О, это место я помню. Он сейчас что-то говорить будет. По лестницу. Ну ладно. Вот она. Все, я лезу. Я не могу ничего сейчас сделать. Блин, офигенно. Кто так постарался? Это просто лучшая карта. И при том, то, что я на ютубе ее еще нигде не видел. Ну или я просто не так хорошо это искал. Но я пока ничего не видел. Это просто жесть. Наверное, туда надо идти. Я просто не помню. Короче, все как из того ролика. Я ссылку, в принципе, оставлю на оригинальный ролик. Типа, как в жизни это все выглядело. Но только здесь это в Майнкрафте. Я просто в шоке, как в Майнкрафте. Can anybody hear me? Hello? Ты лучше молчи, ради бога. Хотя на самом деле у меня чем-то даже успокаивает. Так. Вы видели это? Монстр. У меня просто мурашки по коже. Я, может быть, орать не буду, но как бы... Я басусь. Не, ладно, я не обосусь. А может быть, я басусь. О, нет, я здесь. Сейчас беготня начнется. Нет, я не хочу. Можно не надо? Вот оно. What the hell? Don't move, stay still. Стой и не двигайся, типа. Насколько я знаю. Она бежит. Беги! Беги! Собака, беги, она сзади меня! Беги! Куда бежать? Я бегу, короче, я бегу. Оно... Так, тихо. Бегу. Давай. Беги, пожалуйста. Беги. Где он? Или это просто звуки? А нет, оно явно бежит со мной, Смотрите, оно бежит за мной. Быстрее, беги. Топтайся. Вот оно сзади, видите, оно бежит. Все, бегу. Офигеть. Беги. Капец. Я не хочу умирать. А нет. Беги. Твою мать. Оно где-то здесь.
А ну где-то здесь. А ну где там? Она здесь. Беги. 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 О, есть. Беги, беги, беги. Беги. Где? Где оно? Я живой. Я-то живой. Короче, это моя, видимо... Ребят, это, видимо, из-за того, что я так редко записываю ролики, я сюда попал. На самом деле, я жил просто нормальной, обычной жизнью. Снимал ролики один раз в месяц, может быть, два раза в месяц, но как бы все более-менее спокойно. Так, давайте сюда сходим. Так, на лестнице. А, это я помню момент. Включает, выключает свет. То есть это как кино, понимаете? Я вообще даже представить не мог то, что в Майнкрафте такое. То есть вы сейчас, может, надо сказать, вы смотрите просто вот то видео, ту серию. Офигеть. Но это в Майнкрафте. Это просто текстурки. Мусорка и веревка. Васте менеджемент. Я не знаю, что это значит. Веевка. Ладно, идем дальше гулять. По-моему, здесь сейчас мы оборвемся на этом месте. А, нет. Вау. Вау. Просто вау. Просто. Вот знаете, такое ощущение, будто это, ну, как в реальной жизни все смотрится. Не, ну это не реальная жизнь. Это нереально, это нереально. Но это правда, нереально. Так. Чё там? Или туда мне не надо? Не, наверное, туда мне не надо. Ну, здесь хотя бы спокойно. Ящички, смотрите. Это просто жесть. Я в шоке. Дверь, наверное... А, дверь, наверное, мне туда и надо. Оу! Нифига себе. Прям анимация целая. И... Твою мать. Не, ну если это как фильм выглядит, то это может быть не так страшно, потому что я думал, что я буду здесь ходить полноценно, если честно. Так. Я просто хожу. Типа, просто гуляем. Пока, по крайней мере, все спокойно. Не, я туда не пойду. Не-не-не, спасибо. Не, испугаться, я реально, тут реально страшно так-то. Вот когда он так вот выглядывает из-под угла, прям вообще. Короче, когда я делаю правильное действие, что-то происходит. И, скорее всего, мне надо сейчас туда идти. Да, я уже сам запутался. О! Так, здесь я бегать могу. Вашу маму. Что? Это такое? Это я момент знаю. Это я знаю. Я не хочу подходить. Можно я не буду подходить, ради бога? Ладно, я подойду. Твою мать! Беги, беги, беги! Беги, беги! Твою мать, твою мать! Оно здесь, за мной бежит! Ой, как страшно, я босу сейчас. Так, быстро, быстро, быстро сюда в тень. Тень, 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 тень. Тихо, тихо, тихо. А ну вот оно! Вот оно, оно! А ну вот она. Вот она. Все, я отдаляюсь. Отдаляюсь. Что это за место такое интересное? Так, все, он где-то там. Все хорошо. Твою мать! Продолжение следует. Можно не надо, пожалуйста. Можно не надо. Я не хочу продолжения. Backrooms. Все. Видимо, это конец. Капец, это Minecraft Horror Map. Вы понимаете? Это Minecraft Horror Map. То есть это просто карта майнкрафтовская. И она сделана так, как из того видео. Это просто как будто бы, ну, правда. Ну, как будто посмотрел ту серию, только я сам чем-то управлял. Ну, то есть сам ходил. И даже фразы здесь были. То есть это вообще-то жесть. Это просто можно
взять, переснять так, как будто бы, ну, то же самое, только в Майнкрафте. Да. В принципе, здесь это и было, только я все равно там немножечко тупил. Ну что ж, в принципе, карта была очень крутой, мне она очень понравилась, потому что даже вот смотря на эти стены, ты понимаешь, что это не Майнкрафт. Это просто вот непонятно, ну это вообще другая какая-то игра, то есть вообще нету ощущения, что я сейчас вообще вот где там ходил, это был Майнкрафт. То есть, в принципе, мне очень все понравилось. Я, в принципе, ссылку в описании оставлю на эту карту, чтобы вы тоже смогли в это поиграть. Это очень круто. То есть, ты немножечко даже взаимодействуешь. То есть, ты ходишь, убегаешь от монстра. И как бы, ну, это реально прикольно. Я не пробовал, что будет там, если он меня, например, догонит. Я думаю, что меня напугает. Ну, как бы, я думаю, что, может быть, ничего особо и не произойдет. Да. Может быть, он меня вообще пугать не будет, типа, кто его знает. Нам, в принципе, если это как в фильме, типа, показывается, может быть, он просто остановится там или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, короче, да. Если вы хотите что-нибудь подобное по поводу закулисья каких-то, может быть, игр, может быть, какую-нибудь другую карту, то, в принципе, пишите об этом в комментариях. Давайте наберем там, не знаю, лайков 15, желательно, конечно же, еще больше, ну, как бы все, да. Надеюсь, вам такое понравилось, всем спасибо, пока-пока.